Как пропустила ноту. Еще раз. Привет, ребята, опять у меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Сегодня мы с вами будем разбирать новую песню группы Френдзона. И многие могут сейчас сказать: чё? Френдзона, Дарья, ты серьезно? Я тоже раньше так считала, но я поняла, что первая у тебя стадия происходит — это отрицание всей их творчества, все их альбомы. Потом ты начинаешь слушать, потом тебе нравится, ты слушаешь это все на репите. Ну а включаешься ты в тот момент, когда уже купил билет на их концерт, и вообще Maybe Baby стала твоим крашем. Поэтому сегодня мы с вами разберем песню из нового альбома под названием Кокоро. Ну а перед началом этого ролика я хочу тебе напомнить, что у меня есть цель на этот год — собрать 100 тысяч подписчиков на канале, чтобы мы с вами были на первом месте в русскоязычном ютубе по укулеле комьюнити. И именно ты, дружок-пирожок, можешь мне помочь достичь эту цель. Ну а сейчас бери инструмент в руки и погнали учиться. И вот так вот оно у тебя будет выглядеть. Робкие глаза, кон, весна, нога, губы пахнут прям как черешня. Я схожу с ума, мама, я попал, ведь она попала прямо в сердце, прямо я в кокоро, ко-ко-ко-ко-коро, ко-ко-ко-ко-коро, прямо в мое сердце, прямо я в кокоро, ко-ко-ко-ко-коро, ко-ко-ко-ко-коро. Эта песня хороша тем, что тут собраны все самые базовые бои, которые вообще только возможно сыграть на укулеле. Но для начала разберем с вами аккорды. Как всегда, строится на четырех самых базовых аккордах. Первый аккорд — аккорд АМ. Мы зажимаем четвертую струну на втором ладу. У-ля-ля. К этой конструкции мы добавляем вторую струну на первом ладу, и получается аккорд Фа. Далее зажимаем мы первую струну на третьем ладу, и получается аккорд С. И завершающий аккорд G. Мы зажимаем первую и третью струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. Вот это все у нас аккорды, то есть АМ, ФА, С, G. Они повторяются на протяжении всей песни. На самом деле оригинал этой песни играется у нас каподакстером на втором ладу. И тогда получается АМ, ФА, С, G. Но будь настоящим френдиком и можешь играть без каподакстера. На самом деле все зависит, нужен он тебе или нет, от твоего голосового диапазона. То есть если тебе легко петь вот так вот, сейчас, секунду, и робкие глаза, на-на-на-на-на, или же тебе охота чуть повыше спеть, тогда ставь каподакстер на второй лад и погнали. Робкие... Еще... Лоханулась. Еще раз. Робкие глаза, та-та-та-та-та. Вот как раз каподастер тебе поможет, смотря какой у тебя голос. Ну вот, имей в виду. Разбор на укулеле. Как я уже сказала, тут есть самый базовый бой. Короче, смотри, мы начинаем с тобой петь таким образом. Первые четыре строчки мы играем тупо удар вниз. То есть... Робкие глаза, та-та-ти-та... На каждый аккорд. Губы пахнут, как прям черешня. Ну, это Make Love, прям один в один. Ну, а когда мы повторяем за вторым разом вот эти четыре строчки, мы уже можем добавить настоящий бой. А бой будет следующий. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. И этот бой мы будем играть на каждый один аккорд. Получается. Робкие глаза, на-на-на-на-на, губы пахнут прям как черешня. И вот эти все четыре строчки мы поем этим же самым боем, прямо в сердце. Потом далее припев мы уже будем играть с другим боем. Бой будет следующий. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. То есть быстрее это будет. Его мы будем играть один раз на один аккорд. И тут получается прямо я в кокору, 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 прямо в мое сердце. Также ты можешь делать свой вариант вот этих всех боев на протяжении всей песни. В плане, ты можешь играть куплет Make Love, где он там... Забери меня в полярную ночь. Ну, вот с этим же самым боем, которым мы играем припев. Можешь в каких-то моментах, где он там лирично-вокалично начинает выть, тупо делать один удар вниз на каждый аккорд. То есть, как варианты. Или же ты можешь оставить тот же самый бой, который я тебе показал в самом начале. То есть, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. То есть получается, что у тебя есть творческое раздолье. Ты можешь играть полностью от начала до конца песню боем шестерку, вот это вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, на каждый аккорд. Можешь сделать какие-то развития, фишки-плюшки, меняя вот этот бой на вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Да?
Также можешь на окончание играть тупо, допустим, один удар вниз на каждый аккорд. То есть вот тут вот есть что поиграть. Вроде бы песня простая, но можно сделать круто. Ставь лайк за Maybe Baby, пиши свои комментарии за Мэйклава. Ну а Кроки Бой вообще не берем, зачем он там вообще нужен? Ну а если ты хочешь поддержать все мои труды и старания, то ты можешь подписаться на меня на Бусти. Например, вот эти вот ребята уже это делают, получают клевые ништяки и весь раздаточный материал. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся, пока!